Важность коровы. Лошадь по писанию нечиста, на копытах нету ни разреза. Можем здесь чему-то научиться, не пустым занять своим полезным. У кого разрез глубокий, жвачка чистый для съедения человеку, жертву только их Господь назначил. Это тоже умным на заметку. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. Бык священным числился животным тысячелетия в Египте. Поклонялись, маялись, как рвотным, а теперь их бог лежит убитый, сжатые условием запрета, стали резать лживых лжебогов. Это все для Ветхого Завета, с указанием на Христову кровь. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник. Лошадь и осел, лошак и мул, все однокопытные в подковах, для езды, не для еды, как стул. На столы из чистого готовят, что важнее лошади, коровы, для войны седла и коней. Кормимся от вымени подковы, скот рогатый нам сто крат важней. От кого погибших было больше, больше, а кормилицей кого навеличали, в помощь дал Господь нам разных и хороших. Но корова во дворе начальник, но корова во дворе начальник.